Блин, что? Что? Блин, капец, Аркан. К вашему вниманию представляю просто нереальный сервис под названием standrop.com. Именно тут вы сможете по самым дешевым ценам выбить самые крутые скины. Кейсы вдвое дешевле, чем в игре. Также тут много разных крутых режимов. Ссылка в описании. А по промокоду Кент вы получите двойной депозит. Всем привет, Кент на проводе, и сегодня, ребята, я не один. С вами еще Тик-Так. Я позвал Тик-Така, потому что сегодня у нас будет битва... Битва кейса. Да-да, вам не послышалось. И кто победит, тот, ребята, заберет все скины проигравшего. Поэтому, пожалуйста, поставьте огромный лайк прямо в эту секунду. Подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Также ссылочка на канал Тик-Така будет в описании. Ну что же, Тик-Так, выбирай первый кейс. А ну-ка, ну-ка. Так, ну давай с любимого кейса начнем. Это будет Rival Case. Окей, так, ну что, я готов. Открываем? Да, конечно, сразу же. Так, надеюсь, тебе выпадет АКР Карбон. Пожалуйста, АКР Карбон максимум. И сейчас сразу же ножик. Охренеть! Обалдеть! Вот это везунчик. Первого кейса. Обалдеть. Вот это круто. Ну что, ты готов скины отдавать уже мне? С первого кейса не сдавайся. Ребят, сейчас отыграемся. Смотрите, сейчас папка выбьет нож. Ну что же, поехали. Теперь я открываю Rival Case. Погнали. Бигл, 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 дайте ему бигл, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, рарка или нож, бигл. Рарка или нож. Не-не-не-не-не-не-не. Фомасик. Какого чёрта? Готовься давать скины. Нет, 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 нет. Так, выбирай теперь ты. Давай мне тогда Origin один, один Origin. Окей, открываем. Как думаешь, что тебе выпадет? Я думаю, Эпик мне выпадет. Ну, я думаю, АКР 12 пиксель. Держим кулачки, ребята, какой ты добрый, пожалуйста. Нож пролетел. Блин. Да, детка, да, это бальзам на мою душу. Ох, как это классно. Так, ну а теперь папочка Кент откроет Furious Case. Господи, лишь бы тебе рарка выпала. Господи, лишь бы тебе рарка выпала. Ребята, пожалуйста, прямо в эту секунду напишите, как вы думаете, кто победит, Кент и ПК или Тик-Так. Пока что лидирует Тик-Так, к сожалению. Но мы, ребята, это исправим. Поехали, пожалуйста, пожалуйста, керамбитик. Да ну, да ну, да, Эпик. Хорош, ну, хотя бы, хотя бы это, хотя тебя, бы это. Для тебя это хорошо. Так, ну что же, выбирай следующий кейс. Я хочу себе один Furious, Furious один хочу себе. Окей, no problem. Ну и надеюсь на керамбитик, конечно же. Ну, надейся, 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 а я надеюсь на UMP-45 Shark. Опять Эпик! Тик-Так лидирует! Неплохо, неплохо. Пока что хотя бы эпик. Главное не упасть все ниже. Кента ПК. Ребят, вы понимаете, что если мне выпадет просто нож, я уже победил. Просто нет, один нож. Нет, это все, это победа. Нет, нет, не выпадет. Давайте. Я Rival Case, не сердцем победит. Чувствую. Выпадет. Опа, G-команда. Я уже 4 раза, 5 раз пролетел G-команда. Да ну! И да попадает ну! Твой любимый Райли. Ох, спасибо, спасибо, Rival Case. Ты меня никогда не подводишь. Ну, давай-ка еще один Rival Case. Вот смотри, тебя подвел Rival Case, а меня... Не, сейчас он тебя подведет еще больше, нет, смотри. Нет, смотри, смотри. Давай, просто давай. Сейчас чекай, сейчас будет минимум эпик. Минимум. Лишь бы не сотрек, лишь бы не сотрек. Фу. Блин. А мог сотрек, кстати, вы постреляли. Если бы сотрек, это было бы офигенно. Это было бы очень круто. Пока что, ребята, все очень хорошо и побеждает... Тик-так. Не, не очень хорошо. Это очень хорошо. Мне это очень нравится. Нет, не очень хорошо. Furious Case. Пожалуйста, керамбитик. Ребят, даже скрещу пальцы. Давайте. Я тоже за тебя, только чтобы не выпал. Давай, давай, керамбит. О, уже есть керамбит, вы видели? Пролетел керамбит. Охренеть! О, нет, охренеть! Что? Да, что? Да. Блин, капец, Аркана. Какого черта? Как иди ты это ко сделал? Мне, иди ко мне, иди ко мне. Ох, вот это пушечка. Пошли, поддержите меня лайком прямо сейчас, чтобы я его выиграл. И меня лайком поддержите. На обоих нас. Ну теперь, чтобы меня обойти, тебе реально нужно, чтобы выпал нож. О, ну, да! Блин, блин, ну как так, а? Так, ну что, что мне выбить, нож, как думаешь, или рарку, посоветуй. Ну, я думаю, рарка тебе достаточно уже будет. Рарка. И так уже выпало. Так, ну я думаю, керамбитик будет неплохо. Так, уже керамбит пролетел, керамбит пролетел. Охренеть. Да, офигеть, блин, какого черта? Блин, а мне? Ладно, открывай, открывай. Так, открывай, ну знаешь какой? Ой, знаешь какой туда? Откроем? Давай, давай. Так, откроем, какой там есть, Furious.
Ривал один остался. Ладно, откроем Фьюриус. Фьюриус один. Давай. Оставлю тебе Ривал, потому что там будет говно какое-то, 100%. А мне Фьюриус заберем. Окей, no problem. Тик-так открывает Фуриас кейс. И, ребята, надеемся, то, что ему выпадет M4 Pro. Не-не-не, только топ. Опять эпик. Слушай, ну это все равно неплохо. Но Кента ПК все равно что делает? Тик-так, а ну-ка скажи, чтобы все слышали. К сожалению, выигрывает. К не сожалению, я выигрываю. О, осталось ровно 3 кейса, ты понимаешь, у тебя только последняя надежда. Ну да, да. А у меня еще да. 2 шанса. Давай. Так, открою. Да, 2 шанса есть, да. Открою Rival Case. Вот все мои подписчики любят Rival Case, я его открою. Поехали, была не была. G-команда. Так. О, G-команда пролетел. G-команда! Блин, слава богу. Так, ну что же, что теперь открываем тебе? Выбирай. Последний. Что же можем выбрать? Furious Case. Furious Case или Furious? Давай. Первый Furious кейс. Окей, окей. Мы не откроем? Давай. Ты готов? Если сейчас мы открываем, и мне выпадает отсюда какой-то хотя бы... Не, ну эпик, я думаю, точно не будет. Или легендарка. Хотя бы легендарка, да. Хотя бы легендарка. У тебя есть шансы. Хотя бы от легендарки. За трековская может еще выпасть. Ладно, погнали. Надеемся. Ну, надейся. Надежда умирает последней. Пожалуйста, родная. Керамбит почти, блин! Видел? Я чуть не умер. Обалдеть, вот это полная если жесть. Если бы Керамбит выпал, я забрал бы все твои скины. Блин, ну и что тебе выпадает там? Так, какие сейчас нож выпадет? Я вообще, блин, офигею. Пока что лидирует Кента ПК. Офигеть. Все, это, ребята, победа. Это просто победа. Это жесть. Это жесть. Это просто жесть. Ну что же, ребята, в принципе, на этом все. Тик-так должен будет мне отдать все скины, которые он выбил. Правда, мы их выбивали на моем аккаунте. Ну, я голду должен. Да, да, тик-так мне отдаст количество голды, которое он проиграл, а именно 700 голды. Да-да, придется отдавать. Ну что же, ребята, в принципе, на этом все. Пожалуйста, поставьте огромный лайк, подпишитесь на наши каналы обязательно. Напишите хороший комментарий и напишите, ждете ли вы продолжение или нет. С вами был Кента ПК и... Тик-так. Всем удачи и всем пока. Пока-пока, ребят.